Здравствуйте. Представляем вашему вниманию лот номер 4. Aldi Children Jacket Spring Summer. Страна Германия, демисезон, количество в мешке 9 штук. Вес мешка 3300, детские куртки. Куртка непродуваемая, непромокаемая, светоотражающие полоски, рисунок. На рост 146, рисунок светоотражающий сзади. Внизу имеется резинка, карманы на молнии с обоих сторон, капюшон. Внутри утеплитель флис, на рост 146, карманы также на молнии. Рукава резинка, липучка, капюшон. Такая же ветровка, только на девочку, таким же фасоном, светоотражающие карманы, внизу резинка, такие же рукава, липучки, капюшон только здесь на клепках отстегивается. Также утеплитель, внутри флис, рост 146. Плащ на рост 122-128 на девочку, внутри хлопок, клепки, молнии, карманы также на клепках, капюшон непромокаемые, обрезиненные. Комбинезон на рост 74-80, карманы на молнии, внизу брюк также резинка, здесь молния, регуляторы. Ветровка, внутри флис, рост 122, карманы на молнии, внизу резинка, утяжка, на рукавах липучка, капюшон отстегивается, клепки, флис, внутри утеплители. Комбинезон на рост 74-80, утеплитель флис. Баллоневая жилетка, рост 86-92. Плащ дождевик, можно его назвать обрезиненный, внутри утеплитель, хлопок, на рост 110-116, удлиненная. Ветровка, внутри утеплитель флис, светоотражающие полоски, карманы, капюшон, на рост 140. Спасибо за внимание.